Предлагаем для семейного просмотра приключенческую киноленту «Чук и Гек». Трогательная история о том, как юные москвичи, 7-летний Чук и 6-летний Гек, поехали с мамой к папе, который находился в далекой геологической экспедиции. Как по недоразумению пропала очень важная телеграмма и к чему это привело, потому что их не встретил отправившийся на выполнение срочного задания отец. Тайга и приключения, отвага маленьких и взрослых, борьба с жестокой зимой и всевозможными трудностями, и счастливый, добрый финал. Приятного просмотра. В которой лежала никем еще не прочитанная телеграмма. Ты что же заблудился? Совсем не заблудился, вот наш апельсин. Нас извините. Путешествие. Мам, а скоро мы приедем? Завтра. Как есть в отца копия.